Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерцляк. Задание 188. Середина и перпендикуляр стороны BC треугольника ABC пересекают сторону AB в точке D. Найдите отрезок AD, если CD 4 см, а B 7 см. Давайте разберемся. Итак, нам дан треугольник ABC. К стороне BC проведен серединный перпендикуляр. Ну, это прямая, которая проходит через середину BC перпендикулярно BC. Значит, M – это серединный перпендикуляр к стороне BC. Этот перпендикуляр пересекает сторону АВ, ну вот точка пересечения, это ТД. Так, нам нужно найти отрезок АД, если отрезок CD известен, CD равен 4 сантиметра. Ну, давайте соединим D и C, вот C и D. Так, 4 сантиметра, отрезок АВ. Равен 7 сантиметрам. И нам нужно найти отрезок АД. Первое. Ну, мы воспользуемся свойством серединного перпендикуляра. Давайте еще раз это перепишем. М – серединный перпендикуляр. Перпендикуляр к отрезку BC. Тогда отсюда следует. Ну, мы знаем, что серединный перпендикуляр отличается таким свойством, что каждая его точка равно удалена от концов отрезка, которому он проведен. Точка D, она же лежит на перпендикуляре M, следовательно, и она равно удалена от концов отрезка. То есть расстояние D B равно расстоянию DC. Значит, DC и DB – это равные расстояния по свойству серединного перпендикуляра. А нам нужно найти отрезок AD. Отрезок AD – это часть отрезка AB. Можно записать, что отрезок AD равен разности отрезка AB минус отрезок DB. DB. То есть, ну, учитывая равенство DB и DC, AB минус DC, AB это 7 сантиметров, DC или CD это 4 сантиметра, итого получаем 3 сантиметра. И это наш ответ. Ответ отрезок AD равен 3 сантиметром. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите вопросы в комментариях.